снова всем welcome, снова я. На этот раз я нахожусь в аэропорту. Да, решил немного попутешествовать на золотую неделю. Вот сейчас ожидаю самолет. Сейчас, находясь в Японии, надо путешествовать на японскими авиалиниями. Чтоб испытать, скажем так, японский сервис, японское качество. Сегодня я лечу на Филиппины. На недельку там, чуть меньше. Чуть отдохну и назад в Токио. Вот это Нарита, терминал номер 2. В принципе, достаточно все культурно оформлено. Есть большие плазменные телевизоры здесь, лебедовские. Там также есть автоматы по продаже еды, там мороженое и также вот, разные напитки там вот продают вот таких вот. Можно позвонить, вот там бесплатная зарядка. Столик стоит, можно телефон подзарядить. В принципе, все удобно. Достаточно. Вот. Ну, тут через 5 минут начнется посадка. Вот поэтому я, скорее всего, с вами уже включусь только после приземления, потому что особо снимать тут нечего. Ну, возможно, еще в полете чуть поснимаю. И все. До связи. Приветствую всех, это снова я. Нахожусь на Филиппинах. Это Манила. Сейчас едем в такси. Вот. Тут что-то пробки, так жарко. Если будет что-то интересное, здесь я покажу, но там впереди, по-моему, был этот джипни. А, movie. It's movie for my friends in. Yes, for people who interested in foreign countries.
похожие на какие-то итальянские домики или испанские. Дороги, как в России примерно. Далеко ехать не надо, вот на Филиппины приезжаешь и как-то сказать back in Russia. Что в принципе нормально. Здесь на водилу дергает машину, как-то не очень как плавно едет. По мне так светофор маленький. Но зато таймер огромный, просто как для трак-рейсинга специально, наверное. Я, конечно, не в курсе, но что они здесь делают. How about illegal street racing in Manila? Как здесь нет гонок. Жаль, я бы хотел посмотреть. Ну, как бы дороги позволяют, наверное, можно топануть. Единственное, что вот без колес останешься по таким буграм ездить, а так, в принципе, нормально. Макдональдс. Вот, всякие. Да, светофор, конечно. Отдельно заслуживает какого-то, блин, внимания. Джипни вот эти вот, ну, джипы, это самый дешевый транспорт здесь в Маниле, он стоит где-то, наверное, порядка что-то там, наверное, центов, там 50 центов, что ли, что-то вообще там копейки. Вот. Здесь как бы, в принципе, достаточно цивильная дорога. Все заезжает. Короче, я не знаю, но что-то там было написано, нет поворота налево, все повернули. А ты? Сейчас пытаешься мова. А, 7-Eleven есть так же, как вот в Токио, в принципе. Мусорки. Ну, в принципе, как и везде. На Филиппины приезжают посмотреть не на город обычно, а на пляже, на природу, поэтому здесь как бы особо ничего смотреть нечего. Да, not good see, там вот из железа сделано это, как ее, земной шар. Так, вот это такое. Кай на вам магандан регали са асава. Са асава о. Кази бугас аниверсари наймин. Я вот нифига не понимаю, он что-то говорит. Ten years аниверсари. Пабло пава магандан flowers. Wedding anniversary. Flowers? Вот это какой-то, наверное, спортивный центр, похоже. А, вот этот. Или торговый центр. А вот этот земной шар. Арена. Nice places. Как бы это, да, красивый такой земной шар. О, иностранцы. А это, наверное, этот. Ну, здесь тоже Galaxy S6 будет. Еще один торговый центр. Здесь прям аллея торговых центров. IMAX, он кинотеатр там. В принципе. Да, что тут только нет. А мы что, мы дальше едем? Да, ну что ж он дергает так машину, прям вообще невозможно снимать.
уж извините, там за тряску так просто водят тут вообще как. Стабилизации нет у меня. Вот написано, что если вы запаркуетесь в этой зоне, вас эвакуируют. Ну, в принципе, как и в Москве, вот там эвакуаторы написано, работают. А запарковаться нельзя вот там, где бордюр покрашен вот таким цветом строителей. Ладно, тогда выключаю. Если будет еще что-нибудь интересное, обязательно включу. До связи.